Ну, по правам животных это вы, конечно, так, это звучит красиво. Все-таки там, у владельцев собак, у владельцев животных, у них есть права. Значит, ну а гуманитарные вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением к животным, это несколько другая область регулирования, хотя она должна быть, безусловно. И вы знаете, сейчас есть предложение по поводу ужесточения некоторых законодательных норм и вообще нормативного регулирования. Я бы их поддержал, но все, конечно, должно быть в рамках разумного, но регулирование, конечно, должно быть, безусловно.